Ну иди, иди, иди сюда. Песочек, да, Шароза? А ну покажи, как далеко тут моря нет. Ой. А, вот везет же кому-то, а? А я не могу в своих джинсах в воду броситься. Красота! Шарлот! А ну, тут есть какие-нибудь ракушки еще? Вон еще. Водичка! Что-то Исаак не идет. Шарлот, а ты можешь дойти до той лодки? Ты до той лодки можешь дойти? Нет. Смотри, недалеко. Глубоко. А вон какие тучи, а? Красиво, а? Это кто вот тут плавает? Мама, я кит. Я плаваю. Ой. Дядя рыбу ловит, а? Боюсь тебя. Я маленький рыбка, мам. А вода прозрачная. Тихо, тихо, не делай какие-то. Красота. Какая волна была. Тихо, тихо. Ой, мои джинсы. Хана моим джинсам. Ай. Мама, я кит. Волна. Джинсы, мама, волна. 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 Поймала. Волна. Красота, а? Шарлота, как далеко мы с тобой можем дойти? Слушай, а давай мы до того рыбака дойдем, а? Вообще мель, просто мель. А берег? Боже, как далеко берег. И мы на мели. Идем по воде, а на мели. Это мы на море идем. Мы еще не плаваем. Шарлота у нас тут еще. Корабли недалеко, вон дядя недалеко. Шарлот, давай дядя догоним, а? Давай его догоним. Вот все равно. А вон ракушка какая. Ракушки. Да. Окей. Вон какая ракушка. Красивая. Обычная, но... Палал. Шарлот, тебе нужна ракушка? Тося, на ракушку тебе, смотри. Мама! Да. Кто хочет ракушку, можешь как русалка. Покажи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. На, русалка. Какая красивая. Пойдем еще пойдем, ракушки поищем. Ой, красота. Мель-мель. Вода прозрачная. Ой, там кто-то, смотри, краби, кажется. Смотри. Что это тут? Не, невозможно. Я не поймаю. Мам, я плаваю. Красота. По воде. Уже половина моря прошли. Еще даже ниже колен. Представляете, такая мель. Ай-яй-яй. А берег как далеко, мама родная. Ты посмотрите, как мы далеко в море широтой. И вода ниже колен. Мама, до катамарана можем дойти. Ой, а что это? Это... Не, это... Я думала, краб сидит. Это не краб. Шарлот, вон какие тучи. Мама, плавай. Плавай.
Красота, а? Ой, если бы тут черепаху еще бы нашли. Да, Шаро? Да. Я тоже хочу плавать. Надо мне было купальник, что ли, деть. Тось, аккуратно. Смотрите, какая прозрачная вода, а? Шаро, не надо, не надо. Я хочу... Он бегает. Он волны бегают. Ой, смотри, вон креветка побежала. Боже мой, смотри, 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 вон креветка. Как быстро. Так, короче, вон. Вон, вон. Креветка или краб. Это краб? Краб, вон краб. Да ну его в больницу, идем. Мы все равно не догоним его. Мы в море. Вот смотрите, я не обманываю. Ноги ниже колена. Видите? Ходим на половину моря. Во, половина моря и вода ниже колен. Ой, а до берега, смотрите, сколько до берега. Целый километр телепут. Да. Ой. Бульба. Карман вылез, да? Ага. Ух ты, сейчас какое море. Ой, сейчас упаду. Ну и вода какая. Вода какая хорошая. Классная водичка. Обожаю воду. Смотри, мы можем пошли на... Пойдем на глубину. Да тут разве глубина? Мама родная тут. Шаро, да может мы пешком до тех гор дойдем, а? Пешочком. Вот. Еще ниже колен. Шаро, что это какое-то безобразие? Ходим. Он до того катамарана, смотри, можем дойти. Это обалдеть. Мы на уровне этого катамарана. А вон лодка на пляже. Это обалдеть. Это вообще реально фантастика какая-то. А вон ракушка какая-то, видишь? Ремень, веди. Ой, ой. Кажется, там. О, там крабик. Ракушка вот такая вот. И там сидит. У меня вот это чечевое мясо. Замучил за его. Да, там кто-то сидит. Все. Вот это да, вот это я понимаю, вода. Ой, какая красота. Вот еще ракушки. Вижу, вижу, вижу. Ой. Вижу, вижу, кто это. Вон ракушка какая. Шаро, тебе нужна ракушка? Да. Какая ракушка? Такая. Да, хочу. Держи. Он и сам бежит, боже мой, муравей бежит. Ай! И сам бежит! No, no, no! Я плаваю! Я плаваю! Я плаваю! Я тоже хочу поплыть! Ой, как хорошо! Ой, какая вода! Господи, Таня! Красота! Вон, муравей плывет наш! Вот это круто! Вот это я понимаю! Не нужно. Я вижу. Аккуратно, только не, нет, ладно? Вот это красота, я так понимаю. Муравей! Тут, конечно, уже глубина есть. Муравей! Вон, кто-то. Мам, давай иди там. Не-не, глубоко уже. У меня уже выше колен. Тут глубина уже есть. Шарота, тихо, тихо, чтобы ракушки могли увидеть. Это вот одна улитка. Будем ее готовить. Мы большого краба тут видели. Не догнали его, Исаак. А я волосы, наверное. Да. Я вон, смотри, улитку нашла. Исаак. Давай не будем это... Вот. Сидит. Съедим потом. Ну, тихо, тихо. Мы вон до катамарана чуть не дошли, смотри. Мы были на том уровне, представляешь? Я говорю, еще пойдем в Шарота на катамаран. Попросимся поплавать. Вода вообще холодная. Я потеряла мою ракушку. Да все, не надо. Я свою тоже выбросила. Ну не надо меня трогать. У меня единственные джинсы. А почему? Я хочу еще... Ну хорошо.
плавать. Сейчас смотри. Сейчас смотри. Я нашел маленький ракушка. Где? Ой, упала. Мама, я на тебя.